команд Ормка и Спарк. Очень рад приветствовать вас сегодня на 14-й конференции начинающих стартапов. Мы сегодня проводим нашу конференцию в формате Ормка Синема. Альфред Хичкок как-то сказал, что кино отличается от жизни тем, что, по сути, это жизнь, из которой вырезали самые скучные моменты. Поэтому сегодня мы с вами сосредоточимся только на самом важном и интересном. Камера, мотор, поехали! Очень интересный, классный формат в виде кино. Даже настолько понравилось, что посвятила этому дню свой день рождения. Формат мне очень нравится. Все топовые спикеры. Конференция «Огонь». Очень многих спикеров знаю. У меня память на телефоне закончилась, потому что многое пришлось снимать. Обалденная организация, очень интересные лекторы с презентациями, очень много разбора клинических случаев. Мне очень понравилось. Ормка — это всегда атмосфера праздника, ярко, образовательно и, самое главное, очень плодотворно. Это мероприятие зарядило меня нереальной мотивацией тому, чтобы учиться и тому, чтобы стать крутым ортодонтом. Делайте мир лучше благодаря тому, что делаете людей здоровыми, красивыми, счастливыми. Спасибо! Обязательно приходите в следующем году на конференцию начинающих ортодонтов. Уверена, будет очень интересно. Будут новые лайфхаки, новые темы. Поэтому, я думаю, будет классно.